В котельной, отапливающей микрорайон Макаренко, Ареду и весь центральный район города уже кипит работа. Насосное оборудование отключено, вода и воздух с труб спущены. Часть оборудования, как, например, этот водонагрейный котел, специалисты уже разобрали и начали менять запчасти. Несмотря на недавнюю модернизацию, которая прошла в рамках подготовки к Олимпийским играм, техническое освидетельствование должно пройти все оборудование, в том числе и 5 новых немецких насосов, которые в этом отопительном сезоне смогли предоставить на треть больше кубов горячей воды, чем в прошлом году. Старые насосы были производительностью, у нас было 4 насоса производительностью 800 кубов. Сейчас поставили 5 насосов производительностью 1200 кубов. Увеличили диаметр теплотрассы. Соответственно, улучшилась гидравлика, увеличился объем прокачиваемой воды. Высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование позволило не только увеличить мощность, но и уменьшить количество потребляемой электроэнергии самих бойлерных, а также облегчить работу машинистам и операторам. Ведь работа насосов и котлов автоматизирована и в случае какой-либо неисправности может вовремя оповестить специалистов. Модернизация была проведена во всех котельных. В городе их 69. Кроме того, реконструкция была произведена и на магистральной теплотрассе. И в течение всего отопительного сезона качественная подача тепла в дома сочинцев была обеспечена. Прошедший отопительный сезон, значит, прошел довольно-таки гладко, значит, без каких-то аварийных ситуаций. Увеличилась пропускная способность сети теплоснабжения, что дало возможность обеспечить теплоснабжением, значит, устойчивым теплоснабжением как олимпийские объекты, так и наших горожан. Но не всегда необходимая циркуляция в теплоносителях зависит от котельных. Важно, чтобы и в самих домах были исправные сети. Поэтому до начала нового отопительного сезона проверить состояние труб и провести ремонт систем отопления и теплоузлов должны и управляющие компании. Что касается графика остановки котельных, то сейчас он проходит окончательное согласование. Ознакомиться с датами отключения горячей воды можно будет на сайте Сочи Теплоэнерго. Профилактический ремонт котельных города продлится до 1 ноября. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.